Всем привет! Недавно, наконец, вышел складной смартфон Surface Duo от Microsoft. Он очень удобен для мобильной работы, а чтобы было еще удобнее, можно докупить разные классные аксессуары. Давайте посмотрим, какие они бывают. Для заметок и рисования подойдет Surface Slim Pen. Одно из преимуществ Surface Duo заключается в том, что его очень удобно держать как блокнот и использовать для разных записей, заметок и даже набросков. Но пальцем это делать, конечно, не очень удобно. Зато для этого подойдет Surface Slim Pen. Duo поддерживает почти все стилусы от Surface, но лучше всего к нему подходит Slim Pen. Он небольшой, портативный и крепится на магнит. Вот так. Slim тоньше всех своих стилусовых собратьев, всего 6,3 мм в толщину, а в длину 136,8. Это еще единственный стилус из линейки, который можно перезаряжать. Батарейки у него хватает на 15 часов. Если думали докупить стилус к Surface Duo, совершенно точно берите Slim Pen. Для защиты корпуса подойдет бампер от Microsoft. Вот такой белый бампер идет в наборе Surface Duo. Он клеится на края устройства и закрывает все его бока, и если вы его уроните или кинете, он не поцарапается и не разобьется. Бампер закрывает все бока устройства, в нем сделаны специальные выточки для кнопок и прорезь для порта USB-C. Он еще бывает красный, темно-серый и синий. Бампер очень изящный, сделан так, чтобы он не мешался даже в развернутом состоянии устройства. Уже совсем скоро, если ваш бампер затрется или потеряется, новый можно будет купить у нас, причем в любом цвете. Для прослушивания музыки подойдут Surface Earbuds. Это первые беспроводные наушники от Microsoft с зарядным кейсом. У них потрясающий звук и много интересных функций. Например, уникальные способы взаимодействия со Spotify или Microsoft Office. Из интересного, с их помощью можно перелистывать слайды в презентациях или даже записывать и переводить речь. Плоская поверхность наушника выглядит не только круто и дорого, но позволяет управлять ими с помощью жестов. Можно тэпать, свайпать и так далее. Зарядки хватает на 8 часов, а если считать подзарядку от кейса, то на целые сутки. Surface Earbuds работают с Windows 10, Android и iOS. Чтобы у вас всегда под рукой была зарядка и на работе, и дома, мы советуем обзавестись запасной, а именно сетевым адаптером и кабелем USB-C. Что касается аксессуаров для игр. Облачный Xbox Game Pass заработал еще в сентябре, и с Duo им просто грех не пользоваться. Его можно вот так удобно ставить и играть во что угодно. Вы можете спросить, но как же я буду тыкать в него пальцами? И я скажу, никак, потому что самое удобное, что можно сделать, это купить беспроводной контроллер для Xbox последнего поколения и подключить его через Bluetooth. Для продуктивности мы советуем приобрести разветвитель, который к Duo можно подключить через разъем USB-C. Это Travel Hub, всего в нем 5 портов. USB-C, USB-A, VGA, HDMI и Ethernet. Разъем VGA подойдет для того, чтобы подключить Duo к монитору или проектору, а USB-A, чтобы подключить к телефону флешку. Пока на этом все. Если появятся еще какие-то классные аксессуары, мы вам обязательно расскажем. А пока вы можете купить Surface Duo, который вы наверняка давно хотели, у нас в магазине по ссылке прямо под видео. Всем пока! Дроздова все в конце напомню. Давайте посмотрим, какие есть классные аксессуары.